Динамичные поединки одерживает Андрей Борис. Победу одержал Владимир Перов. Победу одержал Виктор Шевеленко. Представитель тяжелого веса и легкого веса. Какой поединок? Ну уже, сможем поднять Хабасан и победу одержим все-таки Дюной поединок. Слева Георгий Каспеков, Ростов-на-Дону. И Кыршин Иван Фролови поддерживает Капельник Сомкова на поединке. Срыв заката за столом. Слева Александр Шалыгинов, справа Сергей Степаненко. Давай, давай. Разница в весе спортсменов порядка 20 килограмм. Очень мощный поединок. Давай, давай, давай.
Без связки.
Жалко, Кулясов. И победу одерживает Виктор Шевченко. Слава уже слышно. Как начало такого сегодня? Ну, Павел великолепен в защите. Выдержит я все пальцы. И все-таки победа. Победа достается Павлу Олегову. Чего поддерживает Камину? Георгий Каспеков слева, Ростов-на-Дону справа, Герман Сыган, Николаев и Георгий Каспеков. Оказался чуть быстрее на старте и одержал победу. И уверен, победа одерживает Евгений.
очень красивую победу одержал Роман Сиренко. И великую победу одержал Роман Сиренко.